Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Снайпер 2 Воин Призрак. Так, давайте Сербы продолжим попали сюда из с того места. Боснийцам, которые тут прятались, не повезло, которого а вот нам мы... как раз наоборот. Ага. На котором мы остановились. Так, что-то я ничего не помню. Уже что нам тут надо делать и куда нам тут надо идти? Ага, нам надо идти наверх. Не отставай, нам нельзя разделяться. Нам надо идти наверх. Ага, вот нам куда надо. Отлично. Товарищи, Меринов пока не собирается на тот свет. Так что я все ставлю на вас. Мне нужно подготовить вашу отправку. Встречаемся под съездом с магистрали. Я жду один час и ухожу. Сидите на картах. А теперь исчезни. Удачной охоты. Пусть духи Сараева будут довольны местью. Да. Эй, ты куда меня толкаешь? Неужели кто-то меня спалить оттуда может? Нажмите B, чтобы использовать бинокль и выделить врагов. Так, а где же враги-то? Там Владич, а с ним еще семеро. Возможно, еще кто-то внутри. Нам придется очень несладко. Все точно как в Ираке. Значит, справимся. Пора завалить старуху с косой. Ну, ты сейчас, босс. Один выстрел, постарайся. Это кого? Черт! А, спасибо. Ты в порядке, напарник? Я бы не хотел, чтобы с тобой что-то случилось. Там их несколько. Ищи их по солнечным бликам в оптике. Давай! Есть один. Нифига себе, тут называется снайпер против снайпера играют. Слушайте, это мне надо снять реально. Пол огонь! Снайперов. Так, тише, тише. Опачки. Буф. Ну не хедшот, но в шею мы попали. Так. Тихо, тихо, тихо. Давай, Коул. Да подожди. Враг движется в нашем направлении. Беглый огонь. Кажется, они злятся. Давай. О, перезарядка это не вовремя. Один готов. Второй готов. Владич заперт. Не дайте ублюдку уйти. Так, с этими разобрались. Цель на втором этаже, слева. Да, вижу, вижу. Он что, в меня целится из снайперской винтовки? Совсем дурак. Цель на втором этаже, слева на краю. Лови. Яблочко, напарник! Крию все взгляды! И сетите их! Напред! Напред! Пора уходить. Пора уходить. Так, ну уходить так уходить. Уходить это мы умеем. Я на всякий случай пистолет достану, а то с этой винтовкой. О! Используем аптечку. Возьмем еще одну. Так, зачистить район. Блин, а я смотрю, ты вообще без комплекса. Так, чувствую, сейчас придется с пистолета работать. Куда ты тут уже убежал, а? Мой боевой друг-товарищ. Так чё ты палишь меня? Я бы их со снайперки снял. Вообще без проблем. Блин, пипец, ты в него очередь высадил. И чё, он ещё жив? Офигеть. Да как так вообще можно? Кто
Да ё-моё, в упор со снайперки попробуй еще попади. Стоять. Это лучше с пистолета в упор стрелять. Вот, даже с такого расстояния берем пистолет. И вот он, раз, и нету его. Все, а со снайперки, пока этот прицел, он бьет очень сильно, ну, то есть очень близко, чуть дернулся. Снайперкой лучше стрелять на дальние расстояния. Что я не пойму, что он тут вообще бегает до сюда? Вот тоже. Да ты прям, ты вот сейчас по ком стреляешь? Ты так чисто, что я стрелять умею, да? На этом точка. Бегом, нам нужно успеть к самолету. Сейчас меня чуть не снял этот чувак. Главное быстро реагировать на их появление. И главное, обратите внимание, какой у меня просто напарник. Ну, просто он профессионал. Он спецназ, ОМОН вместе взятые. Бегает, стреляет, эй, и друзья, ни в кого не попал. Я слышал по радио последние новости. Нам есть что отпраздновать. Ерунды не мели. К нам сюда направляется сотня сербских ополченцев. Пора убираться отсюда. Обязательно. Ну, по стаканчику успеем. У меня тост. Пусть души тех из Сараева будут довольны местью. Опять не договариваешь. Хе. Вы так и не научились расслабляться и наслаждаться жизнью. А теперь это делать поздно, пожалуй. Ого. Значит, нас захватили в плен. Общая метка 69%. Ну, это в конце, конечно, я закосячил. Вот, а так-то, в принципе, нормально. Так, ладно, давайте посмотрим на следующую миссию. Что нам тут предлагают. Опять в Сараево. 93-й год. Рейзер 32, доложитесь. Доказательства добыли? Рейзер 32, как слышите? Доказательства скоро будут, американская свинья. Тогда твои люди умрут в Сараево. Да. Нехороший ответ генерал услышал по радио, по рации. Ну ничего. Это жестко было. Почему этот тип еще здесь? Он должен был снимать. Меринов хочет, чтобы плохими парнями в этом деле были американцы. Подготовка почти закончена. Владич мертв, они обречены, запасы у нас. И к тому же у них наши деньги. А что с этим делать будем? Он убил нашего командира. Проследи, чтоб помучился. Не очень хорошую перспективу рисуют мне эти ребята. Где они держат второго американца? В здании парламента слишком поздно. Они вот-вот выберутся, ваш друг. Передай привет Владичу. Так, чувствую, сейчас нас ждет стелс-миссия. В принципе, стелс-миссии мне в этой игре нравятся. Вообще, мне везде стелс-миссии нравятся, но разве что кроме Assassin's Creed. Там они как-то уж очень, на мой взгляд, глупо сделаны. Так, пистолетик. А мне больше ничего и не надо. Тут всего 4 патрона. От дерьмо. Похоже, что если не везет, то во всем. Всего 4 патрона. Целых 4 патрона, я бы сказал. Нажмите F, чтобы открыть дверь. Что-то не открывается. Треба ти математика да би знао како да триангулираш позиционете. Ти
Опа. Теперь открылось. Лиза завершила имя основную школу. Слушай, ты можешь ездить в Леду? Так в управлении препарат я четверо вести в него не веду. Так, пока патроны тратить не буду. Хотя, в принципе... Мертвые! Опа. Это называется нет права на ошибку, а мы промахнулись. У нас не было шанса на промах. Тут всего 4 патрона. От дерьмо. Похоже, что если не везет, то во всем. Ой, курец. 99. Привет. Павле, так вот и боги явися. Да, что и было. Наши собственные экипы су изложены батареи мином бацача. 4 патрона и 4 здешних охранников. Блин, их не 4, их 5. 5 охранников и 4 патрона. Нам вообще с ними не надо стреляться, нам наверх надо. Зачем мне с ними стреляться? Сейчас еще найдем 4 патрона, а уже можно будет. О, этого можно с ножа завалить. Нельзя. Ну, я думаю, можно. А если у него снайперская винтовка, так тогда вообще будет полный комплект. Извини, чувак. Как любят говорить в американских фильмах, ничего личного. Только бизнес. Так, что ж нас ждет за этой дверью? Ага. Тоже. Что? Ты! Родя! Украинь, я добиты! Айде! Ой, ё-моё! Вот это мы исполнили сейчас. Нужно найти снаряжение. И поскорее. Там снайпер сидит. И он нас заметил. И это очень плохо. Так, а эту дверь открыть никак нельзя. Нельзя. Ё-моё! Да где ж я тут найду снаряжение, блин. Вот так квестик нам. А, вот где. Опачки, снайперская винтовка. Ну все, ребята. Так. Мне вас пора выбираться из этой задницы. Максимум патронов. У меня пистолет. Так, теперь-то я могу поговорить со снайпером. Лови. Юниформ, это Razer 32, как слышите? Слышу, 32-й. Мне, черт возьми, тебя носило. Ты не выходил на связь 3 часа. Меня схватили. Меринов нас подставил. Пока буду молчать. Вот так и долго... Здесь довольно опасно. Быстрая реакция, лучший друг снайпера. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот это вот очень не есть хорошо. Это что тут, с танка стрельнули или что случилось? Или растяжка? Юниформ, что там за история с минометами? По всей видимости, на улицах вспыхнули бои. Сербы начали обстреливать все дома подряд. Будьте осторожнее. Не овде! Майку му ебем! Ма ебе что? Амерички снайперисты, побег! Не расскажешь сказки. Так, снимаем этих двух. Ну, теперь это с пистолетом это легко делать. Американ снайперист говорит. Забавно звучит это на их языке. Тихо. Нельзя палиться.
Блин, во война идет, офигеть можно. По городу лазим, а тут война. Юниформ, это Рейзер 32. Угрозы нет, докладываю. Мне удалось выбраться, но Мэддокс остался у них в здании парламента. Они хотят, чтобы американец сказал перед камерой, что это военная операция. Какого черта тебя понесло так далеко от места посадки? Меринов вывел нас на Владича. Мы прижали его, но бандиты налетели на нас, как мухи. Думаю, мерзавец с самого начала хотел нас подставить. Черт возьми! Тебе было сказано стоять на месте и ждать указаний. Андерсон говорит, Диас. Я наблюдатель от ЦРУ. Пока не получим официальный мандат НАТО, крайне важно держать действия США в секрете от СМИ. Вам нужно отыскать своего напарника и вытащить его оттуда, пока они не начали съемку. Понял. Я сейчас в старой школе в 2 километрах к западу от места высадки. Подскажите по выбору маршрута. Так, самый короткий маршрут пройдет через... вроде бы это библиотека и больница. Твоя цель — это отель со стеклянным входом. Оттуда должен быть хороший вид на нужное нам здание. Вас понял. Не нравится мне это. Надо будет покопаться. Вот библиотека. Но еще на входе меня разорвут в клочья. Нужно ее обойти. Как ты мне это предлагаешь сделать? Не-не-не, не вариант. А кто меня палит? Что-то их там очень много. Блин, как же тут... Может... вот есть дырка, которую я не заметил. Все, теперь понятно, куда идти. Так, пойдем. Подъезжай сюда, давай! Что, это совсем на русском уже говорят? Стой! А то американский снайперист. Что это у него за язык? метра мне туда предлагают идти. Это ж каким, извините меня, макаром мне здесь пройти? Так. Ё-моё. Чувак, вот ты иди куда идешь. Вот я не хочу убивать. Как же мне пройти здесь-то, а? Здесь уже так пройти не получится. Походу надо залезть в то окно. Вот где проход. Так, отлично. Отлично. Значит, постой, велики шансы, да кого да се извуко буде ранен? Ранен или может чак и мртав до сада. Ако мене питаш, проши гориво за хеликоптере без икаквог договора разлога. Никто ничего не заметил. Воле да посечу стоку да су наши алкоголи улови, тако да ће вероватно наставити да лете. Па, видеће мо шта ће на нађе. Резер 32. Из здания библиотеки отличный вид на важный район города. Обозначение аллея Снайдера. Сербы стреляют без предупреждения во все, что движется. Выбирай безопасный маршрут и будь настороже. Шикарно. Блин, чё я не могу тут пройти? Прошёл. Побегнешь,
Poželit ćeš da možeš da dobiješ metak u čelo. Veruj mi, rat je. I oni su ga započeli. Nemoj to da zaboraviš. Jebeš Vladića. Jebi se i ti. Boj... Otkriveni smo! To je Amerikanac! Držite ga! Блин, чёрт! Я думал, я их двух сниму, и они не успеют поднять тревогу. Они не успели. Ну ладно. Фак, фак, фак. Так, я знаю, как мешать. Я знаю, как мешать будем действовать. Есть такая чудесная щелка, которую мне все видно. Блин, вообще я не хочу туда пробиваться прям. Мета изгублена! Фиг с ними. Я тут и так добежал. На помощь! Черт! Подтверждаю наличие снайперов! Ищи удобную позицию. Я думал, это враги. Точнее, это-то я не... Где ты там подтверждаешь наличие снайпера? Ага, вижу снайпера. Есть контакт. Блин, тяжеловато. Да ё-моё! Откуда они там палят по нам? Вы чё, офигели что ли? Где же они тут есть, а? Ой-ой-ой. Так, ладно, не буду их искать, тратить на это время. Пробегу просто вот так вот. Расширите сей пусть, чем я видите. Ё-моё. Тут целый отряд. Не дайте ему да побегне. Имали некую идентификацию? Пак, 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 пак. Так, а мне походу... Контакт изгублен! Да надо бы... Увидеть, что я умрен, да умеем, да чуем ствари. Мне походу придется тут вот, вот идти. Вот. Овде нема никог. Ага, вижу цель, Пазите которую... на блесок и цеви! Можно снять. Увидеть, что я умрен, да умеем, да чуем ствари. Потражите ову область. Блин, тут еще один есть. Там рядом со мной где-то. Боцирайте мету! Овде нема ничега! Так, вроде бы меня не заметили. На самом деле непонятно. Вот так и долази. Не притащит. Блин. Да, вот Снайпер 2, конечно, игра чем хороша. Юниформа это Razer 32. Угрозы нет, докладываю. По вам два не удалось выбраться, но Мэддокс остался у них в здании парламента. Они хотят, чтобы американец сказал перед камерой, что это военная операция. Какого черта тебя понесло так далеко от места посадки? Меринов вывел нас на Владича. Мы прижали его, но бандиты налетели на нас, как мухи. Думаю, так, ладно, мерзавец мы это все самого слышали. Начала хотел нас Владик подставить. Повторяю. Черт возьми! Тебе было сказано стоять на месте и ждать указаний. Андерсон говорит, Диас. Я наблюдатель от ЦРУ. Пока не получим официальный мандат НАТО, крайне важно держать действия США в секрете от СМИ.
Вам нужно отыскать своего напарника и вытащить его оттуда, пока они не начали съемку. Понял. Я сейчас в старой школе в 2 километрах к западу от места высадки. Подскажите по выбору маршрута. Так, самый короткий маршрут пройдет через... Вроде бы это библиотека и больница. Твоя цель — это отель со стеклянным входом. Оттуда должен быть хороший вид на нужное нам здание. Вас понял. Не нравится сюда. Мне. Давай. Надо будет покопаться. И... Стой! Тишина. Белкоидов и фотографии рабиаши, что первое на нас. Он направо цифр. Веруйте мне. Человечете, да стоят на ноги. Да ты задолбал. Ходить туда-сюда. Так. Кто у нас тут палит? И опять долго нет сохранения. Это не специально в этой игре это сделали. Места, где долго нет сохранения. Попробуй пройди такой отрывок. Так, ладно, сейчас мы будем чуть спокойнее проходить. И будем снимать лишних свидетелей. Это я в прошлый раз оставлял их в живых. И, похоже, один из них как раз таки меня и кокнул. Что ты тут ходишь? Ты не ходи. Еще одного сняли. Так, замечательно. Ты американец! Держи тебя! Умри! Ебена сальячино! Ой-ой-ой. Немам на что да пуцам! Мета изгублена! Дали га неко види! Блин, плохая у меня тут позиция, с двух сторон можно ко мне подойти. Имамо губитке! Так, еще одним меньше. Ого, как он из-под выстрела-то ушел. Откривени смо! Йоги неку има на нишану! Че, ребят, напрягает, да? Всего 2 осталось. Тебе пульку. 1 остался. Где же ты? Ну, вот он-то где. Еще непонятно где, который сзади меня. Еще справа еще один должен стоять. Есть, 2 пулями его сняли.
Все, теперь можно тут идти спокойно. Вообще ни от кого не прячусь. Здание библиотеки отличный вид на важный район города. Обозначение аллея Снайдер. Сербы стреляют без предупреждения во все, что движется. Выбирай безопасный маршрут. Офигеть, мы сейчас чуть не зафейлились. После того, как прошли такое огромное расстояние просто. Вот именно здесь нас чуть не сняли эти двое. Сладкая парочка, которые общались тут. Анекдоты друг другу рассказывали. На помощь! Черт! Подтверждаю наличие снайперов! Андерсон, ищи удобную позицию! Или убирайся поскорее из этой чертовой библиотеки! Так, снайпера сняли. О, господи. Да сколько можно в нее пули-то засовывать, а? Вроде бы 5 патронов. Так, ладно, здесь особо смысла нету снайперов этих искать. Поэтому просто пробегаем очень быстро. Расширите сей путь, чем я видите. Желаем лишь того американца у ярку. Блин, офигеть, так они все-таки... Я думал, это я снял тех. Не дайте ему да побегне. Имали некую идентификацию? Контакт изгублен! Толико сам уморен, да умишлям да чуем ствари. Так, пока вот можно... Пока идем спокойно. Где, кто? Пазите на блесок и цеви! Ты, блин... Толико сам уморен, да умишлям да чуем ствари. Здесь-то как пройти? Притажите ову область. Ё-моё. Так, тут сняли. Там сняли. Блин, с пистолетом на какие расстояния приходится стрелять? Лучше из винтовки стрелять. Есть. Есть. Где еще один? А, думаю, если что, мы его увидим. Сейчас я его особо вообще... Сранье. Штайф убил. Твою мать! Так это меня снайпер спалил. Я-то думал, это этот тип. Блин! Ух ты, все-таки удалось победить! Вы это видели? Нет, вы это видели. Все-таки в рукопашной удалось. Блин, да господи, когда же тут сохранение это будет, а? Юниформ, я вижу сбитого толстяка, который падает к югу от библиотеки. Это один из наших? Пока не знаю. Игра сохранена. Что ж, ну слава богу. Так, ладно. Думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.